Всем привет! Сегодня хотела вам показать, как я укореняю пасынки. Еще осенью мне захотелось очень купить сорт Аве Ленинградское мороженое. Но тогда в продаже я его не нашла и купила заплывшее ленинградское мороженое, которое превратилось обратно в сердце матери. Так вот, я пронесла его домой. Это было 24 сентября. И тут же снесла ему голову. И хотела посмотреть, вдруг вырастут пасынки, и кто-то из них окажется ленинградским мороженым. Вот 24 сентября, сегодня у нас 9 февраля. Посмотрите, сколько пасынков наросло. Причем не все пасынки одинаковые. У кого-то красные черешки, а у кого-то светлые. Вот давайте вместе с вами сейчас будем отделять и смотреть, что же у нас там наросло. Так. Вот сразу вижу маленький пасыночек. Возьмем ножик. И аккуратненько его отрежем. Попробуем. Вот один пасыночек. Так, листики сразу можно оторвать, потому что больше я пасынки выращивать не буду. Именно на этой фиалочке все. Она уже как-то плохо выглядит. Вообще сейчас часто стала читать на форумах, что ленинградское мороженое у очень многих все равно заплывает в итоге в сердце матери. Что очень обидно. Нестойкая такая химера. Вот, видите, один пасыночек с красными черешками, а другой с белыми. Вот очень интересно будет посмотреть, чем-то они отличаются или нет. Вот такой малепусик тут. Ну, наверное, он не укоренится. Давайте посмотрим побольше. Вот он. Вот такой вот пасынок с красными черешками. Ну и вот еще два маленьких. Ой, один отрезала. Вот совсем маленький. Вот еще один. Ну и вот последний. Самый большой. Вот три самых крупных. Посажу, наверное, их. Куда я буду сажать? Я уже заранее подготовила тепличку с увлажненным мхом сфагнумом. И туда буду сажать. Вот тепличка. Сажаем просто пасынки. Что у нас тут? Уберем ненужный лист. Смотрите, какие листы интересные. Раз, два, это даже с корнями, три, эти тоже, чему бы и нет. Четыре,
В общем, должно получиться где-то три уже хороших детки и три маленьких пасыночка. Уже недели через три они дадут корни, и можно спокойно их пересаживать в землю. Надеюсь, хоть какая-нибудь фиалочка у меня будет хотя бы с белым спортом от сердца матери или химеркой. Все, всем до следующих встреч. Пока.